Владимир Васильевич показывает фотографии. На них последние годы службы в Следственном комитете. Путь до полковника юстиции выдался внушительным. Служить в правоохранительные органы Владимир Шевченко пошел в 70-х, сразу после армии. Я на советско-китайской границе был, значит, и помню, командир говорит: закончи службу, я тебя порекомендую в какой-нибудь, значит, органы ФСБ. И написал мне рекомендательное письмо на самом деле. И когда я приехал сюда и обратился в это самое управление ФСБ, значит, они говорят: ну, все нормально, у вас есть, как говорится, направление, но сейчас, вот именно в этот год, вы уже не сможете попасть, потому что у нас проверка более длительная и так далее. Готовьтесь на следующий год. Ну, вот я как бы думал, пойду, не пойду на следующий год. И тут мне нашли как бы с кадров УВД люди и предложили вот в школу милиции идти. 16 лет Владимир Васильевич работал в уголовном розыске, а в 96-м пришел в прокуратуру на должность следователя. Как раз такие 90-е годы, когда, значит, бывало, дежурный следователь мог выехать за ночь 3-4 раза. Там кого-то убивали, кого-то, значит, поджигали, значит, кого-то насиловали и так далее. Такие лихие 90-е годы, как вспоминают люди сейчас. Чтобы вывести преступника на чистосердечное признание следователю, и тогда, и сейчас нужно уметь расположить к себе подозреваемого. У Владимира Васильевича это получалось почти всегда. Не смог лишь в общении с Александром Бушуевым. В начале 2000-х его фамилия прогремела на всю область. Под маской добродушного садовода скрывался маньяк-педофил, который изнасиловал, убил и расчленил 7 подростков и молодых мужчин. Захожу я с адвокатом в следственный кабинет, он сразу и в угол, так сказать, отворачивается, руками закрывает уши, как бы я разговаривать с тобой не буду, и все. И вот только через адвоката я говорю: там Анатолий Михайлович, адвокат, передайте ему, что то-то, то-то, то-то. И он так с адвокатом, как бы адвокат у нас был как бы этим, а со мной он считал, что я, так сказать, незаконно его арестовал, так сказать, незаконно я ему предъявляю все эти доказательства, что изобличаю его и так далее. В конце 90-х и начале нулевых на трассе Архангельск-Новодвинск в канаве возле автобусной остановки появились части тел. Эксперты установили, они принадлежат подросткам, которые умерли в разное время от рук одного и того же человека. Позже оперативникам удалось выйти на садовода Бушуева. Соседи видели, как он приводил к себе на дачный участок незнакомых мальчиков. Тогда пенсионеру вменяли изнасилование и убийство 4 человек. Но Бушуев все отрицал. Доказать его вину не удалось. Дело прекратили, подозреваемый потребовал реабилитации и начал активно мелькать на экранах телевизоров в качестве заботливого о городе пенсионера. Если в Архангельске посадить 10-12 пих, воздух будет близок к стерильному. То лет через 20-25. Но мы же думаем не о сегодняшнем дне, будем о наших детях, и внуках, и правнуках. Естественно, им дальше продолжать здесь жить. В 2009 году уголовное дело поручили пересмотреть Владимиру Шевченко. Он обратил внимание на орудие преступления. На них были сколы и зазубрины. По таким особенностям экспертам удалось точно определить. Жертвы пали от топора Бушуева. Орудовал им один человек. Подозреваемый оправдался, мол, подкинули, но именно это орудие у него на даче видел его коллега. Да, я, говорит, видел у него, один даже топор интересный я видел. Я говорю: какой, опишите. Вот он мне описывает там топор. Я провожу опознание. Несколько топоров, и вот этот топор. Говорит: вот этот топор я у него видел, в углу стоял. В итоге присяжные заседатели согласились с доводами обвинения, признали Бушуева виновным и незаслуживающим снисхождения. Суд назначил насильнику 25 лет колонии строгого режима. Владимир Васильевич проработал в Следственном комитете до 2017 года. Интересно. Работа интересна, когда ты как вроде начинаешь работать, раскрывать, так сказать, оно не раскрывается никак. И вот начинаешь, так сказать, все эти моменты исследовать и так далее. Владимир Шевченко – один из лучших следователей регионального следкома, считают коллеги. У него много медалей, в том числе и очень редкая за верность служебному долгу. По его стопам пошли и дети. Сын Владимира Васильевича работает следователем в Москве, а дочь – старшим помощником прокурора Архангельской области. Накануне у ветерана следкома был юбилей – 65 лет. Поздравления он принимал от всего регионального управления.